Я не блогер. Ну вот я понимаю, что это лебеди отель Карма. Он раньше назывался Гавайи. وأمانة حدي قلها بس أنا لي الزيادة выбор у меня небольшой. Все улыбаются, не знают, что сделать, улыбаются, так забавно. Еще придется отбиваться. С охраной мы уже все поняли. Охрана никакая. Никакая, говорю я. А что здесь? Здесь пляж. Все партизаны очень держатся четко, то есть выбить показания практически невозможно. Но это зависит от того, какое у вас время. Прогулка по берегу, купание зависит от времени, насколько вы, сколько вы будете прогуливаться, фотографироваться, снимать. Ну, смотрите, какие красивые. Мне как-то раньше говорили, мы были на прогулке, и лошади были такие доходяги, что просто страшно было смотреть. Ну, может, я не разбираюсь в лошадях, но эти прямо такие... Замшевые, красивые, ухоженные. Потому что я езжу лошадей вообще, держу их так близко первый раз. Ну, вообще мне не стыдно в этом признаваться, почему я должна, например, кататься где-то на лошадях, если я выросла в столице. Поэтому на лошади я буду ехать первый раз. Так, на фильм. Это прогулка вдоль пляжа. Можно ехать далеко, далеко, далеко. Походите, вас все желание. Затем вторая часть программы — это катание по пустыне для тех, кто любит скорость, кто там, ну, может быть, более профессиональный. Кто сидел уже, сидит второй раз на коне, не первый, как я. Не сильно хочется устраивать скачки на перегонки. И ну, вот это вторая часть, да, здесь такая ровненькая пустыня, ровненькая. Я так понимаю, что они могут здесь быстро бегать, здесь нет никаких помех, нет никаких людей. Нет воды, собак. А третья часть будет уже купание на лошадях. Здесь есть где лошадям поскакать. Все любят вот именно здесь.
специалисты, конечно, скачут вон очень быстро. وفاكر ليها ايام ما بصبر بيها وعشان عندي امل فيها انسى يا قلبنا ليه وفاكر ليها ايام بصبر بيها ولا مكلمش عليه في ايه اتكلم فيه ولو هقابل غيرها. Подписывайтесь на мой канал, и я вам покажу Египет не туристический, Хургаду не туристическую, которую не нужно бояться, которая есть душа.